субботу. Он стоит 220 миллионов долларов. Может находиться в воздухе несколько суток и способен выдержать любую атаку извне. Главное, не пустить врага внутрь. Я буду убивать по заложнику каждые полчаса. Харрисон Форд. Я президент Соединенных Штатов. Гэри Олдман. Вы поймете, какова моя цель. «Самолет президента» в 23.00. Субботнее кино на РЕН-ТВ.